И первая проблема – это обналичивание, вторая – это определение конечных бенефициаров, третья проблема – это ПЭКи, и четвертая проблема для меня – как подавить схемы. Щодо ПЭКів, для всіх ця проблема стоїть. Є ли це лицо собственником чого-то? Було ли оно собственником чого-то там вчора, позавчора, ще как-то там? Дійсно трудозатратний процес. Определить это ПЕП или нет, даже при совпадении там ФИО. Информации досить небагато. Как мы часто знаем, за цими офшорами стоят совсем конкретные украинские резиденты. Был бы, наверное, высший пилотаж, если бы Юконтрол нам мог помочь в этом направлении. Ему хотелось бы, чтобы эти данные все-таки были доданы.